Всем привет! Очередные посылочки, два маленьких пакетика. Давайте вот с этого начнем. Здесь должен быть хрень. Короче, здесь средство для вокруг ногтей. Средство для вокруг ногтей. Ну, это типа, когда там красишь ногти, чтобы не покрасить кожу, нужно покрасить вокруг ногтя кожу, а потом, короче, красить сам ноготь, и потом это все, ну, как резиновая такая штучка, или типа того, не знаю, то есть должно просто вот потянуло, и все слезло, и, короче, ничего мыть не надо. Ну, такая вот штука. Китай, кстати, прикольно упаковал, и в пузырчатый, и в эту штучку из картона положил, и, короче, фиг достанешь еще. Так, еще тут заклеил. Так, вот она. Камера. Косака Дакал. И снизу написано Anti-Overflow Glue. Все, больше ничего нету. Чего там? Выглядит как лак. Не знаю. Наверное, круто. Напишу в комментарии потом, сработало или нет. Так, и вот вторая штука. Здесь какая-то игрушка. Игрушка. Китаец тоже запаковал. О, миньончик приехал. Так, миньончик. Где ты открываешься, миньончик? Это миньончик фонарик, естественно, горит хотя бы. Так, ну что, ручки? Ручки двигаются. Так, а как ты горишь? Ага, тут надо нажать, но нашеньки не горит. А, затычку надо. Китаец молодец, даже не бушный прислал. Новый прислал. Шпек. Вынули. Господи, I love you. Ну, светит ярко, только вообще такие светы. Ну, как ярко? Относительно, конечно, ярко. На камере-то, конечно, кажется, что он тут как этот, из Люди Икс, который глазами лазером жжет. Но на самом деле он не такой. Прикольный. Брелок повесить, ручки двигаются. Ну, конечно, сделан, покрашен трохи кривовато, недокрашено где-то в некоторых местах. Ну и стоит он там доллар. Идите купить у нас за доллар. Может, пошли найдете, кстати. Вот такие вот две маленькие штучки сегодня. Все, удачи, до новых встреч, пока-пока.